как раз уже публичные были мероприятия. Давно эти вопросы куда-то ушли далеко на задний план. Человек свободен выбирать. Это и есть наша глубина. Это и есть то, что может открыть человеку не только смысл его жизни. Слава Сыну и Святому Духу, весь Бог, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Убиенного протоиерея Александра, я еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному.